Всем привет, вы на канале CryptoCommons, и сегодня быстренько пробежимся по всяким новостям в криптопространстве. Поговорим про запуск Filecoin, сервис децентрализованного хранения данных, и хочу вас сразу предостеречь, что покупать сейчас это не надо, поскольку вот сами видите, что на графике происходит. Скажу почему. Также поговорим про биржу OKEX, которая приостановила вывод средств из-за задержания основателя. Ну и посмотрим, конечно же, куда идет биткоин, эфир, Dash, Litecoin и так далее. В общем, если вам интересен такой контент, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и подписаться в Telegram, потому что у нас там сейчас вообще крутые плюшки. В чате работает бот, который раздает Dash всем активным чатерам. Так что погнали. Итак, ну давайте начнем с Filecoin, поскольку я считаю, что это очень интересная тема, и хочу вас предостеречь от бездумного ФОМа. Ну смотрите, состоялся запуск основной сети Filecoin. Я помню это ICO еще году в 15 или в 16, когда оно появилось. Тема проекта интересная, децентрализованное хранение данных, то есть по сути такие открытые торренты. И уже их залистили Huobi, OKEX и Binance. OKEX, кстати, может быть поэтому сейчас приостановили, ну в общем... Цена файл после запуска просела, но на самом деле нифига она не просела, если мы посмотрим по кэпу. В момент запуска сети, вот мы видим, что цена пампилась, нереально пампилась на какие-то там 1000%. И тут все, кто впрыгнул, сейчас, конечно, их уже побрили. И Binance добавили даже ее с плечом, с изолированным. Но мы видим, что вот за 7 дней цена токена все еще в плюсе на 80%, а за прошедшие сутки уже в минусе на 25%. Собственно, тут коротко и ясно скажу. Смотрите, сейчас в обращении всего 15 миллионов монет. Если мы посмотрим, то это в процентном соотношении всего 0,76 от будущего предложения. То есть вот мы видим тут 15 миллионов монет циркуляции, а максимальное предложение 2 миллиарда монет. Так что потенциал коррекции на 99% еще от текущих очень даже вероятен. Вот поэтому не надо сейчас покупать. Кто помнит, как запускался Zcash, у Zcash такая же фигня была. Они запустили его без примайна, и цена была там несколько битков в начале, потому что было всего 10 монет. Как у Wi-Fi, типа он стоил дороже, чем биток. Но потом новые монеты все время майнились, каждые там... С каждым часом, короче, новых монет все больше становилось, и, соответственно, цена падала, складывалась вдвое там, и так далее. Так что потенциал для дампа здесь огромный, это скорее даже если только пошортить аккуратно на Binance можно, ну, типа не имея Filecoin, можно его занять и продать, ну, на каких-то отскоках. Условно говоря, вот такие отскоки, если он даст, можно попробовать продать со стопом там или аккуратно. Вот, про Filecoin поговорили, биржа OKEX. Ну, что здесь? Все уже об этом трубят, приостановили вывод средств, остальные функции платформы работают. Приостановили якобы потому, что арестовали чувака, у которого часть приватного ключа для вывода. Но это какой-то бред. Вот апдейт, что основателя OKEX и OKCoin StarSue задержали неделю назад по другому делу якобы. Вот он в офисе в Пекине, он не является держателем ключей. Но полиция попросила его дать комментарий по ситуации с держателем ключей, к которому у них есть вопросы. В общем, тут скорее надо комментарии читать, чем вот эту статью, потому что в комментариях повеселее пишут. Вот. Ждем, когда Сизова за жопу возьмут, а рано или поздно это будет. Ну, действительно, как бы на Binance тоже сейчас такой объем, что аккуратнее надо, ребят. MTGOX 2.0 никто не отменял. Че за бредятина? Неужели каждый раз, чтобы кому-то вывести с биржи средства, нужно дергать этого держателя приватного ключа? Думаю, тут даже ребенку очевидно, что это бред и ввод в заблуждение со стороны биржи. А если бы держатель приватника просто умер? Умирали уже некоторые и купили новый паспорт после этого и новый остров. Ну вот, как бы, вот тут все понятно становится. Вот, ладно. Это все новости. Да, еще Банк России запускает цифровой рубль. Но об этом даже говорить не хочу. Вот можете сами все почитать. Но, по-моему, это шляпа конченая. Сейчас еще всех чипируют. Из-за коронавируса поставят всем, как они называются, приложухи, которые будут за вами следить. В общем, ничего хорошего тут нет в двух словах. Ну, давайте поговорим теперь про крипту и про это нынешнее падение. В целом, весь рынок отреагировал на эти новости небольшим дампом. Но при этом доминация битка растет, как мы видим. То есть альты чувствуют себя немножечко хуже, чем биток. И вот какая история.
краткосроке, да, все начинает падать, но не только крипта на самом деле, а сейчас все рынки, походу, в коррекцию смотрят. Но еще раз, как я уже говорил в прошлых видео, такие медвежьи новости, их обычно не дают хомякам, их обычно не дают перед дампом, перед серьезным, потому что хомяков настраивают наоборот. Наверху обычно дают новости, что все везде легалайз криптовалют, будем расти, to the moon, и начинается дамп. А медвежьи новости обычно дают на низах, чтобы все испугались и продали. Поэтому мое мнение какое? Можем сейчас, конечно, сделать как-то вот так, вообще не вопрос. Закрыть там все гэпы. Если все гэпы, то даже вот так вот можем сделать. Хотя слышал сегодня интересное мнение. Где там у нас? Вот здесь где-то 7 фьючерс гэп прошлый. Слышал интересное мнение, что торги на 7 фьючерс, те контракты, по которым этот гэп у нас был, вот там, у них уже срок экспирации прошел, поэтому никто не ждет уже закрытия этого гэпа. Вот, можем, короче, так сделать, но в целом это все будет только для того, чтобы вытряхнуть всех лонгистов и пойти наверх, вы же знаете. Поэтому наверх-то потенциал он огромный, бесконечный, а вниз потенциал ограниченный. Вот, и говоря про этот потенциал, хочется отметить еще мою любимую монетку Dash, или Dash, как хотите. Dash, ну, просто уже размазывают по дну, уже неприлично долго. Dash к биткоину, если посмотреть, то все, вот он, ну, просто уже практически на all-time лоях. Поэтому я лично занимаюсь аккумуляцией Dash на бирже Binance, и потихонечку даже плечом там уже ее подключаю, потому что наверх потенциал огромный, еще раз говорю, наверх потенциал там 3, 5, 10 иксов за ближайшее время, на самом деле. А вниз потенциал максимум 1 икс. Поэтому соотношение риск-награда очень даже интересное. И еще по поводу Dash, у нас в чате CryptoCommons теперь работает Dashbot. Вот здесь написано. Так что обязательно подпишитесь в телегу, кто еще не подписан. Вот, в нашем чате работает бот, раздающий Dash за активное общение. Для участия просто активируйте этого бота. MyDashWalletBot, вот он. И пишите чаще. Чтобы бот вас увидел, необходимо иметь свой юзернейм в Телеграме. То есть, что это значит? Что у вас под вашим никнеймом должен быть вот этот собака юзернейм, а не просто телефон. И вы добавляете этого бота, вот он как бы в друзья типа. И вот у него тут есть команды баланс, посмотреть ваш баланс. Вывод я уже делал, все работает, это официальный дашевский бот. И, собственно, вот иногда мы делаем такую команду rain, и, допустим, пишем 10-10 и раскидываем 10 милидашей на 10 самых активных участников. Видите, рандомно дистрибьютит 10 милидаш на 10 участников. И такое происходит в день тут по 20-30 раз у нас. Так что welcome в телегу. Вот. Ну, дальше что можно тут сказать? В общем, Dash, да, моя любимая монета, но, к сожалению, пока еще ее нету ни на Femex, ни на Dudex, ни на Bybit, на моих любимых биржах. Надеюсь, их скоро туда добавят. А касательно этих бирж, что еще хочу сказать. На Femex обязательно вступайте в нашу команду в Trade Arena. Вот это все здесь в закрепе, в телеграмовской закрепе. Обязательно посмотрите полезные ссылки. Вот, вступайте в нашу команду на Femex. Отсюда прямо нажимаете эту ссылку или из описания. И тут большой турнир с призовым фондом до 100 битков. Соответственно, просто вступаете в команду. На счету для этого нужно иметь 0.02 BTC, то есть 2 миллиона сатоши всего. 7 дней еще до конца регистрации. Команда CryptoCommons называется. Вот. Также еще из закрепа тоже вы увидите, что у нас на Bybit special бонус к депозиту. Вот, у нас до конца октября. Если вы зареганы по нашей ссылке на Bybit, и неважно, когда зареганы, сейчас или там 2 года назад, вы просто вводите промокод CryptoCommons, вот этот, в разделе наград там, и получаете вот эти вот бонусы на депозиты. Пустячок, а приятно. Вот, так что какие-то такие сегодня микро-новости. Ну да, и на бирже Dudex, как я уже говорил, у нас тоже спешл бонусы для вас, которые вы сейчас увидите на экране. Плюс здесь есть уникальная фича, это то, что на Chainlink у них нулевые комиссии. На Dudex пока всего 3 пары, биткоин, эфир и Chainlink, но на Chainlink реально нулевые комиссии, причем как мейкер, так и тейкер. То есть абсолютно круто можно скальпить и ничего за это не платить, потому что реально, когда вы скальпите, у вас очень много сжирает комиссия биржи. Тут, независимо от плеча, у вас не будет этой комиссии, ну то есть только спред, вот смотрите, вот он. Так что зацените все эти ссылки из описания и попробуйте поторговать на этих платформах. Вот. Ну а так, что еще можно сказать? Я все того же мнения придерживаюсь. Dash просто по дну елозит. Litecoin тоже по дну ползает. Monero уже начал отскакивать. Bitcoin тоже начал отскакивать.
У лайткоина вон на Полониксе какие прострелы были. Так что я лично аккумулирую старые стопудовые альты. Вот Stellar попер, кстати, сейчас уже. Вон, видите, Stellar разворачивает. Поэтому, когда паника, когда всем страшно, надо покупать. Но, естественно, пользоваться риск-менеджментом, стопами, потому что все может быть. Корона дамп 2.0 никто не отменял, всех может смыть, поэтому пользуйтесь. У меня сегодня по стопу выбило на лайтке, я ничего страшного, перезашел уже ниже. И вот, стопы в безубыток ставьте по возможности. Пускай лучше их чаще выбивает, но потом перезайдете. Поэтому какие-то такие дела. Ну, по битку можно чуть более детальный анализ попробовать сделать. Не, ну в целом, конечно, да, все вот эти вот пампы, мы же как видим, они потом сдуваются, то есть мы волнами идем. Поэтому абсолютно не удивлюсь, если мы увидим что-то такое перед тем, как увидеть что-то такое. Но можем и не увидеть такого, понимаете? Можем и другое что-то увидеть. Напишите в комментариях, что вы думаете, куда пойдет рынок. Обязательно добавьтесь в телегу, напишите об этом там. И если будете активно писать, то получите еще немножко Даши. Вот какие-то такие сегодня короткие новости. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это канал CryptoCommons. С вами был Фалала, Ака Гринни Джо. Всем профита и до новых встреч в эфире.